Всем привет! Это я показываю отель, в котором я поселился в Индии, в городе Каджураха. Вот на второй этаж ведет мраморная лестница. Тут картинки. Будда. Так, вот мы на втором этаже. Это вот отсюда я поднимался. Сверху вот такая крыша. Вот мой номер. Так, открываем. Вот моя комната. Вот у меня сверху вентилятор. Вот там странное устройство под названием, короче, водяное охлаждение, как это у них. Вот там у нас туалет с душем. Вот здесь душ, унитаз. Здесь мраморная эта штука. Полы, кстати, тоже мраморные. Вот полы здесь мраморные. А, эта штука называется water cooler. Вот, вспомнил. Всем привет. А здесь у меня балкон. Вот такой вот балкончик. На прекрасный садик выходит. Цветущее дерево. Вот там качельки. Вот тут ресторанчик. Вот там йогой занимаются. Вот. А стоит вся эта кайфуха примерно $10 в день.